Фьоретти. Ну а теперь итальянцы Тесари Фьоретти. Снова Барбара Фузарполи со своими учениками. Анна Капеллини и Лука Ланотта закончили свою карьеру, и поэтому вся эта итальянская очередь поднялась на одну ступеньку. И пара, которая была в прошлом году третьей на Европе, сейчас вторая. Да, она этот шаг сделала за него. Очень старается уложить в ритм танго, но при этом, видите, на первой серии потеряны кипоинты, 3 из 4. Вот это четырехтактная дуга. Лучше вторую серию сделали. Вторым уровнем ее засчитали. Вращательная поддержка с продвижением по льду. В данном случае они стационарные, когда вращение на одном месте. Ну что же, Жасмин Тесари, Франческо Фьоретти. Дим, он очень высокий. На мой взгляд, вот то, что я хотел сказать. На мой взгляд, он просто не пользуется своими вот этими возможностями, своими рычагами, которые могут так сильно... Да, добавить. Добавить динамики в программе. Ну...